На предстоящей сессии, помимо юридических изменений, необходимых для пополнения казны и муниципального контроля за правилами благоустройства, депутаты планируют отдать свои голоса за предоставление на безвозмездной основе площадей ряду социальных организаций, а также проголосуют за переезд коллектива старой школы Макапсе в новое образовательное учреждение, строительство которого уже началось в Совет Кваджи. Предусмотрят народные избранники и финансирование исполнения наказов на год. Порядка 150 миллионов рублей депутаты закладывают на решение проблем в отрасли образования, спорта и ряда других социальных сфер. Каждый вопрос, который выносится на рассмотрение депутатов, изначально проходит все стадии проверки, обсуждается на заседаниях профильных комитетов, территориальных депутатских групп, с общественниками и подкрепляется документально. Изначально при формировании повестки предстоящей сессии на рассмотрение депутатов было вынесено 25 вопросов. В ходе обсуждения на заседаниях наших комитетов, а их прошло на заседании 14, прошло 4 заседания территориальных нашей группы, и сегодня я во второй половине дня провожу совещание еще со всеми председателями комитетов и территориальных групп. В результате этой работы мы на сессию вышли только с 22 вопросами. Некоторые вопросы отправлены на доработку.